Немножко расскажу еще о себе. Я Леша Понасовский, у меня есть группа, которая называется «Ну дык чё?». Такой вопрос. «Ну дык чё?» Все слитно через «ы» и через «ё». Вот. Этой группе буквально через несколько дней исполняется 15 лет. Я взял с собой такие маленькие афишки. Во-первых, если вы вдруг соберетесь на концерт в Москву, то здесь написано, когда и куда приходить. А во-вторых, здесь есть QR-код, по которому можно зайти и найти ссылки на всякие наши Яндекс.Музыки, ВК-музыку и прочие Spotify. И там мы очень скоро выпустим новый альбом, песни с которого я и решил сегодня сыграть. Солдат, не кричи, солдат, разболится рано. Спи, отдыхай, солдат, не слезай с печи, не вставай с дивана. По небу летает вьюга, по снегу пасутся кони, а птицы клюют друг друга, падают на ладони. Кончились способы отличить победу от поражения, только подбросив высоко монету, дождаться падения. А тело так ночи, и это значит уже ни огня, ни монеты. Кончились способы отличить поражение от победы. Слышишь, слышишь, солдат, говорят о твоих медалях. Праздник второй день подряд за стеной в разгаре, да тебя не звали. По полу летит закуска, у девок сверкают ляжки, а на душе так пусто, а в голове так тяжко. Кончились способы отличить победу от поражения, только подбросив высоко монету, дождаться падения. Но тело так ночи, и это значит уже ни огня, ни монеты. Кончились способы отличить поражение от победы. Отличить победу от поражения.